Хорошо. Ну и здесь экспонаты кладов, я так понимаю, найденные клады, разные клады. Медные монеты. Тут, по всей вероятности, серебро. Тут все вместе. Медь, серебро. Здесь тоже похоже серебро. Ну вот такие вот найденные клады. Здесь тоже. Ой, сколько много монеток. Так, ну что, пойдем дальше. Тут еще всякие монетки. Вот тут вот серьезно, цивильно. Ведро монеток. Красиво. Серебряная посуда сразу видно. Такая царская, скажем, посуда. Дорогая. Есть на что глаз посмотреть. На что глаз кинуть. Вот пивка бы с этой кружечки. Тут на хрусталь больше смахивает. Старый. Ну какие кубки. Ух. Ну тут непонятно. Для туалета может быть. Ноты серебряные со стаканчиками. Ой, много чего здесь действительно много. Я походу все даже не сниму. Ну вот, вышел опять на улицу и полезу наверх. Открытая дверь у нас. Вот там две штуки. Поползу туда. Ну вот здесь картины разные. И здесь такая большая картина. Мне даже не умещается в камеру. Есть какая-то видеоинформация. Кувшины всякие, фрески. Старинные фрески какие-то. Старое стекло видно тоже. И котелки. Ух, чугунки. Так, что у нас там? Серебро. Угу, видно. Копилочки даже тоже есть. Шахматы какие. Там дальше вот, здесь похоже оружие тех времен, всякие секиры, сабли, топоры, арбалеты, нет, сабли здесь нету, щиты, доспехи, нет, щит, и вот еще один щит, копья разные. Арбалеты. А тут тоже стоят копья. Копья. Алебарды вон похожи. Грозное оружие. Так, ну вот это раскопанные, наверное, мечи в оригинале. Плетеная кольчуга. Копья разная, наконечники. Ну, так вот раньше получались рыцари и воины.
средневековье. Полный железный комплект, начиная от пяток и до ушей. Примерно вот так вот. Можно только догадаться, сколько вес носил человек. Тут килограммов добрых 50 еще поверху. Да. Серьезно. Вид с высоты второго этажа. Вот с балкона. Вот там я поднялся. Зашел в эту дверку. И вышел внизу. Там поверху я все посмотрел. И вот вид со второго этажа. Ну там еще третий этаж есть. И выше. Я правда не знаю, туда можно забраться, нельзя. Посмотрим, что да как. Так, пойдем дальше по этой лестнице. Ну вот, это третий этаж. Балкон третьего этажа. Второй и первый. Ух, как я высоко забрался. Внутренний дворик, интересно. А, туда, походу, тоже можно зайти на втором этаже. Потом зайду. А, да, можно зайти. Ну, сначала начнем с этих дверей. Доспехи, кольчуги, оружие. Тоже похоже на оригиналы. Возможно. На оригиналы даже похоже. Здесь тоже броня. Подсвечничек на 9 свечек. Ну, сабли тоже. Шлем. И вот мой глаз остановился на этом сапожке. Это ж какая маленькая нога должна быть, чтобы такой сапожок одеть. Маленькая ножка. Детская даже, наверное. Вот всякие ключики. Ключики, замки. Ножницы, крючочки. И вот опять серебро, я так предполагаю, позолоченное. Какая-то награда. Здесь похоже на Библию или еще что-нибудь. Какие-то три мужика. Так, что тут написано? Траковый водос. Это можно предположить, что это служащие, служивые. Вот так, у нас получается 15-18 век. Вот. 15-18 век. Служивые. Есть. Понятно. Ну, вышел из этих дверей. Зашел он в те двери. Вышел из этих. И теперь я нахожусь на третьем этаже. Как раз посередине и напротив входа. Ой, какая видуха красивая. Не знаю, можно туда наверх забраться, нельзя. Не знаю, но хотелось бы. Вообще людей очень много. Действительно, людей очень много. Действительно, вот я тут сколько хожу, вот люди просто не останавливаются. Они все идут, идут и идут. И могу предположить, что это, вероятно, каждые выходные так. А то, может быть, еще и в рабочий день. Людей действительно очень много. И они просто не останавливаются. Поток все время добавляется. Ну что, пойдем сюда. Посмотрим. Здесь, я так понимаю, идет процесс реставрации. После, скажем, когда в каком-то году, уже не помню, Боцман рассказывал, что русские войска разбомбили. Это примерно где-то средневековье, даже не средневековье, где-то 15-16 век, я так понимаю, разбомбили крепость. Крепость там 15% от крепости осталось. Вот там даже видно по фотографии.
Это походу идет процесс реставрации. Вот, знаете, здесь. А первая реставрация началась в 1902 году, 1905. Вторая реставрация 26-39. Вот тут так, такая экспозиция. Процесс реставрации. По фотографии видно, да, то, что оставалось от крепости. Вот вообще только развалины. А, шведов выгоняли, вот, вспомнил. Шведов, это при Петре было. При Петре Первом, да. Крепость расстреляли просто с дальнобойных пушек. Вот деревянный макет крепости. Солнце отсвечивает от окна. Посуда какая-то. А, ну вот здесь еще тоже видно. Хорошо вот видно макет крепости. Все равно отсвечивает. Вот так. А, ну вот тут показана третья реставрация, 40-43 год. Реставрация замка. Да, понятно. Третья реставрация замка. И вот тут вот получается четвертая реставрация замка, 51-68 год. Да, вот видно. Четвертая реставрация замка. Ну, а тут всякие проектные рисунки по замкам. А, это какие-то старые еще в оригинале железные детальки. Тут видео снято, но я смотреть его не буду. Это получается четвертая реставрация. И вот пятая реставрация, 73-87 год. Это ж как долго реставрировали этот замок, поднимали. Кирпичи разные, и старые, и современные. И последняя реставрация была в 2002 году. Но тут почему-то нету этой экспозиции. Так, пойдем. Вот так, ну тут что-то связано, наверное, с татарами. Потому что тут татары тоже рядом жили. И это, походу, что-то с татарами. Татарская национальная одежда, я так могу предположить. Судя даже по оружию, вот кривой меч, это вообще было мусульманское оружие. Да, похоже, что-то татарское. Да. Вот Коран. Коврик, на чем молятся. Да, это уголок, напоминающий татарских жителей. Ну вот, ну в принципе я все три этажа облазил. Более-менее вот выход, вход-выход. И вот оттуда я напротив снимал, с той стороны. В башню не попасть, все закрыто. Я хотел туда забраться трясущими ногами, но тут все закрыто. Все двери закрыты, туда не попасть. Вот внутренний дворик. Вообще интересно. Рокайский музей, действительно, замок интересный. Есть смысл сюда приехать и посмотреть. Но очень всего чего. Это я просто видео снимал, так как говорится, на лету, на ходу. А если просто зацикливаться на истории, ну тут, думаю, за один день даже все это не обойти. Читать информацию, допустим, всю историческую. Ну вот. Вот туда я хотел забраться, но не светит мне, ну просто не светит. Ладно, более-менее я все снял, так что будет интересно посмотреть. Ну, а я уже буду спускаться вниз и на выход. А, ну вот я сейчас зашел еще в одну дверь на втором этаже. И тут, похоже, молельная или еще что-нибудь такое смахивает. Вот скамеечки, все. А, нет, это прием гостей, походу, сидел, как говорится, не знаю, как назвать, герцог какой-нибудь. Со своей герцоговиней.
похоже на это. Тронный зал, вот это смахивает на тронный зал. А тут, похоже, сидели гости. Потолки красивые. Угу. Ну вот. И два трона. Красивые. Очень большое помещение, уютно. Ну что, пойдем на выход? Ну вот. Не получилось мне забраться туда наверх. Там все закрыто. Вот это внутренний дворик, тут спустился. И тут я обратил внимание, здесь прямо в середине дворика стоят средства наказания. Средства пыток, средства наказания, не знаю, как это называется. Ну, вот такие вот всякие штучки. Туда садили человека, приковывали его. Здесь вот так вот тоже средства наказания, пыток, скажем. Ну, Патрина, взяки маня. Вот. Патрина. И здесь решеточка такая, клеточка. Вот перевозили в такую клеточку. Походу перевозили. Может быть, даже и на казнь. Вполне возможно. Вот. Ну, вот тут уже инсценировка. Да. А сюда садили человека. Вот тут вот, типа это скамеечка. Приковывали ноги, я так понимаю. Приковывали голову. И вот он так вот. И задвигали эту железку, типа дверки. Выглядит примерно вот так вот где-то. Средство пыток, наказаний, не знаю, как это назвать. Ну вот он, замок Таракая. Я очень остался доволен экспонатами, вообще строением историческим. Вообще столько сделано, 5 реставраций, и 6-я реставрация была в 2002 году, так как нам боцман говорил. Вот. Ну, есть на что посмотреть. Так что, если кто-то будет в строка, я действительно рекомендую. Приезжайте, смотрите. Тут есть на что кинуть глаз. Тут реально есть на что кинуть глаз. Но вот в ту башню не запускают тоже. И вот я вот в эту башню хотел зайти. И тоже не запускают. Там все закрыто. Лучше всего мне хотелось больше всего попасть вот в эту башню. Но не мой день, значит. Вот. А, ну вот про что я и говорил. Пожалуйста. Любители есть. Любители есть. Ну вот. Впечатлений, конечно, немало. Действительно немало. Есть на что посмотреть. Главное, сколько произведено работы, чтобы поднять. Вот это вот все поднять. Здесь было только 15%. Все это было разбомблено, расстреляно. Здесь все поднято. Практически с нуля. Что такое 15%? Да ничего это нету. Один фундамент практически с разбитыми стенами. Ну вот. Пойду на выход. Впечатление немного. Вышел я из замка. И вот что мы видим. Свадьбу. Как насчет Горько? Не светит. Нет. Слабо, что ли? Да? Слабо, да? Нет же. Молодой. О, научить не надо. А может, надо рассказать? Ну, Горько, ну. Ну, вот свадьба. Ну, от замка я вышел. Ну, скажем так, я 2 часа пробежался тут, скажем так, по... По палатам. 2 часа. Но это так, по-быстрому. 2 часа мало. Как минимум 3-4, чтобы оценить пишущую письменную информацию и все остальное. Ну, я 2 часа чисто так поверху так проскакал по этажам, по палатам. Но этого мало. Действительно, этого мало. Надо как минимум 3, как минимум, а то, возможно, даже 4. Ну вот. Замок Таракай.
Я стал ну, вот этот мостик, по которому люди идут к замку и выходят из него. Такой довольно длинный мостик. А вот оттуда мы стартовали на яхте. Вот оттуда. Вот там как раз мимо еще одна проплывает. Вот оттуда нас. Там стояночка как раз. Сейчас проплывет мимо, и там видно будет. Вот оттуда мы выплыли. Вышли, скажем. И вот этот мост. Мост в замок. Красивый замок. Интересный, скажем так. Все замки красивые, но этот интересный. Действительно интересный. Вот мостик. Вот он идет, идет, и уже идет как бы на другой остров. И там, походу, дальше еще один мостик будет. Пойду посмотрю. Но в любом случае остался очень доволен. Город Тракай, Литва. Тракайский замок. Сильная штука. Так поднять, так отреставрировать, это действительно сильно. Так что просто рекомендую. Это вещь. Сюда съездить, это вещь. Так что при первой возможности можно сюда ехать. Даже не можно, даже нужно. Я даже не знал, что здесь такое существует. Так что, ух, я доволен. Я доволен.